Я... Итак, начинается поединок у да. нас. Я думаю, что Йонас не будет особо долго пытаться конкурировать с Артемом в стойке. Я думаю, это будет попытка перевода. На... Хотя, может быть, я ошибаюсь. 8 сантиметров. Нет, на 7 сантиметров выше Йонас Бильштейн. Поможет ли ему преимущество в рычагах, преимущество в росте, посмотрим. Нет, я ошибаюсь, ну, судя по тому, что я вижу. Очень уверенно Йонас чувствует себя в стойке. Пропускает сейчас да, правый шикарное кросс. Шикарное попадание с правой руки от Артема. Не достает хай-киком и тут же попытался на руках отработать Бильштейн. Да, достаточно двоечку. Опасный левый боковой у Бильштейна. Он уже доходил до цели и постоянно на отходе пытается он встречать им. Вот опять этот левый боковой. Двойка на руках и акцент на лоу-кик был в предыдущем очень, эпизоде у Бильштейна. Очень хорошо работает Бильштейн. Стойки опять пропускает, Фролов, очень да. тяжелые попадают. И еще добавляет Артем. Хорошее попадание по корпусу. Здесь middle kick, но были на месте руки у Артема Фролова. Чуть поджимает Артем, но не жмется клетки Бильштейн. Так, по кругу, в принципе, двигается из стороны в сторону. Регулярно пробивает фронт-кик и лоу-киками обмениваются парни. И пока не предпринимает попыток перевести ситуацию в партер Бильштейн. Да, ни с одной стороны ни Артем, ни Йонас Бильштейн не пытаются перевести друг друга в партер. То есть идет такой жесткий размен в стойке. Левый боковой в корпус там в предыдущем эпизоде прошел у Бильштейна. Попадает он сейчас справа. Ой, очень неплохое попадание от Бильштейна. Левой ногой мидл-кик. Здесь, правда, не достал лоу-киком. Хорошо попадает сейчас слева Фролов. Немножко дернул. Да, постоянно держит дистанцию. Заметьте, постоянно этим фронт-киком Бильштейн держит дистанцию. Он чуть повыше, чем Артем. И пользуется длиной рычагов. И такой акцент вот на левый боковой этот. И лоу-кик по внешней стороне. У Артема уже мы видим красное бедро. Ведут по времени Фролова. Сейчас так зацепили друг друга боковыми. Да, очень жесткие размены у ребят. И опять этот фронт-кик. Первым номером решил поработать. Да, уже чуть поджимает, только хотел сказать, начинает поджимать Бильштейн. Ну вот перешел в контрнаступление Фролов, но без ударов. Без ударов. Забыли про партер, похоже, оба. Да, но достаточно равный размен в стойке. Очень сложно для судей оценивать такой раунд. Может быть, вот минута осталась, кто-то попытается... Спуртануть, попытаться забрать да, концовку. Чтобы сделать перевод и забрать раунд. Очень хороший фронт-кик с дальней ноги от Бильштейна. Постоянно он его использует. И раз за разом у него получается выдержать дистанцию. И левый прямой сейчас прошел у Бильштейна, кстати говоря. Пошел вперед Фролов. Каждый удар, каждый выброшенный удар с вот, обоих сторон. О чем я говорил, да, попытка прохода от Бильштейна, но, поверьте мне, Артему очень сложно перевести, как бы я это знаю не понаслышке. Очень близкий первый раунд. Каждый удар не остается безнаказанным, то есть если кто-то выбрасывает, тут же соперник выбрасывает удар в ответ. Даже не знаю, кто был в этом раунде лучше.
Так, колено в голову Фролова. До этого цапнул боковым его Бильштайн. Middle kick от Бильштайна. Очень сложный первый раунд для судей. Очень близкий. Учитывая, не знаю, что, кто был точнее. Учитывая, что раундов 10-10 быть не должно. Прекрасно чувствует себя Тёма функционально. Он не присел даже между раундами. Нам показывают Вискарди Андраде. Тоже хорошее настроение у этого бразильца. Участник главного события сегодняшнего вечера. Ну и сейчас приезд Александра Шлеменко. А вот и Александр. Тейпируют руки Александру Шлеменко. Ну что ж, очередной бразилец его ждет очень скоро в клетке. Очень хорошо парни готовы функционально, потому что до окончания времени вскочил и Бильштайн, Артем вообще не присел. Очень заряжены. Да, конечно, это совсем другой Бильштайн, нежели тот, который приезжал драться с Александром. Тот Бильштайн делал ставку на борьбу, первый раунд мы все прекрасно помним. И у него получалась его борьба, это говорит о его универсальности, о его высоком... Все! Пожалуйста! Прекрасный Один нокаут. Удар и все! Прекрасный нокаут в исполнении Фролова, шикарная победа. Причем вроде бы не предвещало, да? Очень, очень рад. Тёма, это отличная победа над очень сильным оппонентом. Я от всей души его поздравляю. И это очень нужная победа в карьерном плане для Артёма. И в психологическом плане тоже. Конечно, он закрывает поражение от силы. И наверняка, я думаю, сейчас на Бруно Силу уже очередь выстраивается потихонечку из российских бойцов. Наши поздравления Артему Фролову, очень яркая победа, очень эффектная. Ну и встал наконец-то Йонас Бильштайн, благодарит соперника. Йонас Бильштайн достоин всяческого уважения. Ну вот, не повезло в какой-то степени. Но пришел в себя, улыбается уже. Ждем официального объявления победителя, друзья. На 17 секунде второго раунда победу нокаутом одержал Артем Фролов!